Здравствуйте! В эфире вновь программа «Культура Хакасии». Я Наталья Чудина. В ближайшие 10 минут познакомлю вас с самыми значимыми событиями культурной жизни региона. В республике отметили один из главных праздников хакасской культуры – Чир-Ине – День земли. В этот день проводятся традиционные хакасские обряды. Люди просят у земли плодородия и хорошего урожая. Особенность современного Чир-Ине в том, что он кочующий. Гостей по очереди встречают разные районы. В этом году праздничную эстафету принял Усть-Абаканский район. Чир-Ине – День земли. В республике празднуется с 96-го года, хотя суть праздника корнями уходит в глубокую древность. Сегодня мы не настолько зависим от природы, как наши предки. Все же почитать землю, на которой живешь, для многих хакасов так же естественно, как дышать. Торжество начали с традиционных обрядов, направленных на испрашивание благословения у матери земли на богатый урожай. Когда вся природа расцветает, земля, посмотрите, какое сегодня яркое солнце, теплая погода на улице и зеленеет кругом травка. Вот это все восхваляется. Значит, в своих ритуалах, которые предназначены для сегодняшнего праздника, это, как всегда, кормление духа огня, поклонение земле, поклонение небу. В этом году праздник Чир-Ине отмечали в селе Красноозерном Усть-Абаканского района. Учредители праздника – Министерство культуры Хакасии и Министерство промышленности. Организаторами выступили Центр культуры и народного творчества имени Кадышева. К проведению и организации национальных праздников у Министерства культуры особое трепетное отношение, потому что это всегда намного больше, чем просто культурно-массовое мероприятие. Чир-Ине сегодня – это отражение традиционного мировоззрения хакасов. Национальные праздники несут силу поколений, силу и знания вот, наших предков, которые переходят в настоящее время и дают нам возможность идти вперед и двигаться дальше. В рамках празднования прошли три республиканских конкурса «Деревенька моя», «Красавец и красавица весны» и «Сокровища родной земли». В конкурсах приняли участие и взрослые, и дети. Так, в номинации «Деревенька моя» четыре поселения Усть-Абаканского района с песнями, танцами, угощениями показали, как в сельской местности умеют встречать дорогих гостей. А в конкурсе «Красавица весны» дети приготовили шикарный костюм из подручных материалов и устроили на площади возле сельского дома культуры настоящее модное дефиле. В подготовке Чир-Ине немалую роль сыграли и сельские клубы Усть-Абаканского района. Дома культуры по-прежнему занимают важную роль в жизни любого, даже небольшого поселения. Клубы в деревнях просто необходимы, потому что образование не дает вот именно вот этой вот культурной части. Дети учатся. Знаете, когда ребенок приходит закрепощенный, и когда через год ты видишь, это ребенок, когда он ездит туда, на конкурс чтецов, а там он уже поет, а там он уже пляшет, это просто очень радуемся за них. У празднования Чир-Ине есть своя особенность. Возможно, он несколько уступает по масштабу Чилпаза или Тунпайраму, но зато он более домашний. И самое главное, жители сел становятся не просто зрителями, а активными участниками и соорганизаторами праздника. Ну да, тут пообщаться маленько хорошо и посмотреть друг на друга. Сколько вот у вас село такое дружное, умеющее веселиться? Дружное, умеющее веселиться. Вот, пожалуйста, стол мы сделали. Второй класс русский, национальный. Мы всегда участие принимаем, всегда дружно. Вот недавно был старейшин праздник, мы пришли, их развлекали, ну, который маленько постарше нас. Мы считаем себя молодыми еще. Праздник Чир-Ине кочующий. С ролью гостеприимных хозяев Усть-Абаканский район справился на отлично. В Министерстве культуры в ближайшее время решится вопрос, где будет праздноваться следующий День земли. Хакасская республиканская детская библиотека присоединилась ко всероссийской акции «Библиосумерки-2016». В честь года кино, объявленного в России, темой вечера стал именно этот вид искусства. На несколько часов читальные залы превратились в мультипликационную студию и съемочную площадку, где можно было поучаствовать в кинопробах. Шоу барабанщиков открыло «Библиосумерки» в Хакасии. Его участники и гости прошли по красной ковровой дорожке в библиотеку, а там сотрудники уже подготовили для них различные конкурсы и мастер-классы. В одном из залов развернулась мультипликационная студия. Юным читателям показывали, как в конце 19-го, начале 20 века художники рисовали простейшие движущиеся картинки, прообраз мультфильмов.
делаем простые мультики на бумаге. То есть с помощью бумаги рисуем картинки, как обычно делают мультипликаторы. Да? Сначала рисуют сюжет, разбивают их по кадрам, но мы делаем самые элементарные. Еще у нас песочная анимация, то есть дети могут попробовать себя в роли тоже аниматора, порисовать песком. И театр теней. В соседнем зале краеведческой литературы и его работники развернули стилизованную юрту, пригласили в гости второклассников из 22-й школы Абакана, где с детьми проводят занятия на хакасском языке. В библиотеке им показали, как готовится талган. Чистое зерно небольшими горсточками уже клали в тербан и мау. Для любознательных читателей постарше прямо на лестнице устроили различные викторины и пантомимы, но самым посещаемым местом в «Библиосумерке» стала съемочная площадка. С режиссером, ассистентом, оператором ставили киносказку про царевну Несмеяну. Дубль второй! После нескольких дублей пятиминутную сценку сняли. Артистам, которые участвовали в кинопробах, пообещали дать фрагмент видеосъемки с их участием. Сегодняшнее мероприятие мне, конечно же, понравилось. Столько всего нового. Узнаю про фильм. Могу себя попробовать в роли кого-нибудь, даже сняться. Сама я тоже читаю книжки, люблю очень читать. В этой библиотеке тоже записано. При входе каждому посетителю выдавали кинобилет. Уже к концу первого часа «Библиосумерек» билетеры насчитали 300 юных читателей. В полтора раза больше, чем рассчитывали привлечь за все 4 часа акции. Все, что происходит сегодня в нашей библиотеке, это творчество наших библиотекарей. То есть это будет наша фантазия, наши выдумки. Все, что вы видите, вот оформлено, это исключительно из головы. Никаких новых сценариев из интернета или из каких-то журналов. Все собственными, так сказать, мыслями, своим творчеством. Причем различные интересные акции библиотекари проводят на протяжении всего года. Может быть, еще и поэтому здесь так много читателей – 6500. В этом году Союзу художников Хакасии исполняется четверть века. В планах у местных мастеров провести ряд интересных выставок не только в республике, но и за ее пределами. Первую юбилейную экспозицию уже можно посмотреть в выставочном зале «Чылтыс». Отмечать свой первый значимый юбилей Союз художников Хакасии решил классическим способом, а именно провести в течение года как можно больше интересных выставок. Старт дан в выставочном зале «Чылтыс». Здесь более 50 произведений – живописи, графики, скульптуры. Конечно, большая часть пространства занимают полотна. Ведущий жанр у местных художников – это пейзаж. Местные живописцы не устают восхищаться красотой курганных степей, суровой тайги, высоких гор и зеленых долин. Все это служит богатейшим материалом для творчества художников. Особое место в экспозиции занимают работы, выполненные в стиле археоарт или сибирский неомифологизм. Есть вот такой интересный стиль, сибирский неомифологизм. Это как раз особенность вот наших сибирских художников, то есть это как раз углубление в хакасскую культуру, хакасский этнос. Ну и вот самый, наверное, яркий его представитель – это, конечно, Григорий Краснов, заслуженный художник Российской Федерации. Сегодня Союз художников Хакасии насчитывает около 30 человек. Такая камерность помогает не терять друг друга из вида, следить за творчеством коллег, выезжать все вместе на пленеры и участвовать в выставках. Ближайшая пройдет в Красноярске. На 2 недели наши мастера займут выставочные залы Союза художников Красноярска. В планах заполнить выставочные пространства нового строящегося музея в Абакане. Площади позволяют показать большие монументальные полотна, которые пока ждут своего звездного часа в мастерских. Мы планируем поучаствовать в всероссийском конкурсе выставки в Архангельске, Лики России. Мы должны показать себя со своей пахучей полынью, со своими степями, красотами. Не забудут в юбилейный год и о именитых наших мастерах, тех, кто, возможно, уже и не выберется за компанию на пленер, но продолжает работать дома. Среди них Ричард Субраков. Этот год у известного хакасского графиста тоже юбилейный. В феврале Ричарду Иосифовичу исполнилось 75 лет. Субраков является иллюстратором многих школьных учебников и художественных книг. В его графике нашло отражение все духовное богатство хакасского эпоса. Иногда могу целый день, иногда час, другой. Иногда бывает, что и всю ночь просидишь, когда как пойдет. Работ за творческую жизнь накопилось столько, что хватит не на одну персональную выставку. Однако это для Ричарда Субракова не самоцель. Для творчества художнику много не нужно. Бумага, тушь, карандаш и вдохновение, которое пока мастера не подводило.
На этом пока все. Следите за новостями культуры вместе с нами. Удачи и до встречи!